Браво! Если вы думаете, что попали в волшебную сказку, то это практически так. Вы попали на утренний экспресс, и у нас в гостях сегодня Мария Чеснокова, ученица детской музыкальной школы номер 16, и Анастасия Юдина, преподаватель по классу флейты. Доброе утро! Ну, это просто утро. Невероятно. Да, на самом номер. Деле, Маша, как тебе удается, вот я в принципе-то всегда удивлялся, как вот это вот встают на пуанты, а здесь еще играть, как ты это делаешь? Ну, во-первых, движения пока что легкие, а во-вторых, хореография пересекается с игрой на флейте, то есть постановка корпуса и в хореографии, и при игре на флейте нужна одинаковая. Раскрыла все секреты. Вот мне понравилось слово «пока что». То есть планируешь это все модернизировать, да, как-то усложнять. Класс. Анастасия, как пришла такая идея вообще в голову создать вот такой прекрасный номер? Вообще, несколько лет назад у нас уже был номер с танцем. Мы танцевали вальс «Мальвины», готовили номер. Маша была в образе «Мальвины», был Буратино, и движения были чуть-чуть посложнее в плане, что надо было двигаться с флейтой, да, кружиться с флейтой. Угу. А потом Маша стала на пуанты, она учится в эстетической школе по направлению хореография. И вот с класса шестого, да? Или седьмого? С пятого класса их уже поставили на пуанты, и потом у нас пришла идея это все совместить. Потрясающе. То есть сначала родился танец все-таки, потом уже музыка, когда вы все совместили? Ну, сначала Маша начала ходить на танцы. Mm-hmm. То есть с пяти лет она ходила в балетную школу, в театре балета «Щелкунчик», а с восьми лет она пришла учиться к нам в музыкальную школу. Ну, тогда Маша, понятно. Да, но тебе вообще нравится заниматься музыкой? Может быть, ты еще на каких-то инструментах умеешь играть? Да, мне очень нравится заниматься музыкой, и еще умею играть на фортепиано, и начала брать уроки по скрипке. Просто скажи, невероятно. Вот ни капельки волнения, я вспомнила просто свою музыкальную школу, как я тоже играла на флейте, все экзамены для меня были жутким стрессом, мне было очень страшно. Тебе страшно выходить на сцену и совмещать это, или нет, наоборот легче? Страшно. Легче, наверное. Потому что занималась танцами или как? Вот с детства на сцене? Ну да. Здорово. Ну, значит, это точно твое. А какие планируете еще, может быть, номера или концерты? У нас на следующей неделе планируется конкурс, всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментов и солнечные фанфары. Мы очень ждали, потому что из-за пандемии все конкурсы были дистанционно, а тут у нас наконец-то он будет очно. То есть мы год не играли на сцене вживую. Вот. А что, по-вашему, в чем залог успеха? Это все-таки талант или регулярные занятия? Ну вот знаете, я вот хочу отметить, что у Маши есть такая особенность для ее такой юной девочки. Она умеет распределять время. Она вот прямо вот с юного возраста умеет распределять время. То есть каждый день, независимо от нагрузки, она играет на флейте. Каждый хоть день. 15 минут, хоть 20 минут, но это обязательно у нее в режиме. А скажи, пожалуйста, Маш, ты этому сама научилась или тебе кто-то подсказал? Как ты вообще это... Ну, с помощью моей мамы, конечно. Угу. Тайм-менеджмент. Ну, Маше можно еще и тренером по тайм-менеджменту стать в итоге и вообще все прекрасно совмещать. Ну, а ты не устаешь? Нет, я совсем не устаю. Она еще и отличница в школе. Чем ты еще занимаешься? Удиви нас. Ну, у меня есть хобби. Это... я шью игрушки с фетра. Игрушки? Еще и шьешь игрушки и сама. Ты успеваешь. Да. По ночам. Есть Маша, вещи, которые ты не умеешь делать вообще в жизни. Мне кажется, Маша умеет абсолютно все. Очень талантливое создание у нас сегодня в гостях. Она еще снимает ТикТок. На секундочку. Она успевает сидеть в интернете. Видите, как ребенок умеет это все совмещать. Ну что ж, большое вам спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли. Нам очень приятно было насладиться этим выступлением. Мы напомним, что у нас сегодня в гостях была Мария Чеснокова, ученица детской музыкальной школы номер 16, и Анастасия Юдина, преподаватель по классу флейты детской музыкальной школы номер 16. Да, спасибо, что вдохновляете. Вам творческих успехов, ну и, конечно же, интересных номеров, с которыми мы ждем снова.